Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Запрет сцен поцелуев между Гупси Азаем, Ильчином Сангу и Барышем Ардучем вызвал очень резкую реакцию в индустрии сериалов. Считалось, что Азай принял это решение, потому что был женат на Ардуч. Однако объявление о том, что Ардуч и Ильчин Сангу сыграют в одном сериале, вызвало вопросы о правильности решения Гупси Азая. Эта ситуация вызвала дискуссии о том, был ли прав Гупси Азай в своем решении. Многие люди утверждали, что запрет Гупси Азай на сцены поцелуев между Ильчин Сангу и Барышем Ардучем был связан с тем, как ее личная жизнь превратилась в то, как она мешала актерам в сериале. Другие считают, что ремейк Ардуча и Сангу из той же драмы показывает, что решение Гупси Азая было логичным. Однако для того, чтобы сделать вывод о том, было ли решение Гупси Азая оправданным, необходимо разобраться в истинных причинах случившегося. Был ли запрет сцен поцелуев, связанных с личной жизнью Азая, способом вмешательства в действия актеров в сериале или это было связано с реакцией Ардуча и Сангу в том же сериале? Ответы на эти вопросы важны для того, чтобы решить, оправдано ли решение Гупси Азая. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Запрет сцен поцелуев между Гупси Азаем, Ильчином Сангу и Барышем Ардучем вызвал очень резкую реакцию в индустрии сериалов. Считалось, что Азай принял это решение, потому что был женат на Ардуч. Однако объявление о том, что Ардуч и Ильчин Сангу сыграют в одном сериале, вызвало вопросы о правильности решения Гупси Азая. Эта ситуация вызвала дискуссии о том, был ли прав Гупси Азай в своем решении. Многие люди утверждали, что запрет Гупси Азай на сцены поцелуев между Ильчин Сангу и Барышем Ардучем был связан с тем, как ее личная жизнь превратилась в то, как она мешала актерам в сериале. Другие считают, что ремейк Ардуча и Сангу из той же драмы показывает, что решение Гупси Азая было логичным. Однако для того, чтобы сделать вывод о том, было ли решение Гупси Азая оправданным, необходимо разобраться в истинных причинах случившегося. Был ли запрет сцен поцелуев, связанных с личной жизнью Азая, способом вмешательства в действия актеров в сериале или это было связано с реакцией Ардуча и Сангу в том же сериале? Ответы на эти вопросы важны для того, чтобы решить, оправдано ли решение Гупси Азая. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.